смотри, обгоняет. А тут можно? Они тут все обгоняют. Я же в ней два раза ездила, потом еще вот с пациентом сына ездила. Ну здесь чревато, здесь зелень близко, перекрестов много, вот велосипедист выскочил. То есть не предугадаешь, и он за автобусом не видит, обгоняет там кто-то или нет. Легче всех ее мужу, который работает где-то в центре, недалеко от трех вокзалов. Он на машине доезжает, тут электричка совсем недалеко. Она говорит, он 15 минут, там 10-15 до электрички едет. И говорит, что, и там пешочком. То есть он меньше, чем за час добирается до работы. Это вообще где такое видно? Чтобы ты жил вообще в такой тюрьме, да, и так добирался. Куда ты поставила? Ну, он ведет, я просто... Да. Нет, затем я... поверните налево. Затем ваше место назначения будет справа. Я нажала деревня Ивакина и... А, ну вот, вот он, круг, где автобус. Да. Вот мы им сейчас скажем номер. Ваше место назначения находится справа. 14-й. Вот какой.